Наша власть работает. На сегодняшний день этот тезис не требует доказательств. Поскольку по всему югу Одесской области наблюдается огромное количество позитивных изменений. Тех изменений, которые выводят качество жизни нашей громады на новый, более высокий уровень. Народный депутат Украины Виталий Барвиненко посетил с рабочим визитом Белгород-Днестровский детский дом. Парламентарий не понаслышке знаком с проблемами трудового коллектива, а в решении многих непосредственно принимал участие. Есть те проблемы, которые решаются и должны решаться на городском уровне. И это компетенция городских властей. На то они избраны жителями города, и городской совет, и городской голова, для того, чтобы решать все те наболевшие проблемы, там, не знаю, там мне часто сдают мусор, собаки там и прочее, прочее. Есть те проблемы, которые решаются на государственном уровне, которые никакая местная власть, какая бы она хорошая или плохая не была, объективно говоря, не в состоянии решить. Это проблемы дорог, это проблемы обновления коммуникаций, проблемы замены электросетей. Это те конкретные большие проблемы, большие вопросы, которые необходимо решать на государственном уровне. Перед сотрудниками учреждения стоят те же проблемы, что и перед жителями всего Белгорода-Днестровского. Это вопросы цены и качества воды, подключения газа, дороги. Сделали кусочек дороги до новой школы на Бритовке, а дальше вот этот там спуск овраг до сельсовета, там вообще невозможно проехать. Виталий Барвиненко проинформировал присутствующих о том, что ремонт дорог в городе осуществляется исключительно за счет средств из местного бюджета. И только от городских властей зависит, что и когда будет отремонтировано. Будет делаться дорога. В ближайшее время, когда закончится Затокская дорога, уже начался будет Урак, будет делаться дорога Бритовка-Монаши. Это то, что будет делаться вот там в ближайшее время, после окончания дороги, которая делается Каролина-Бугас-Прибрежная. После этого будет делаться кусочек дороги в Беленьком, и после этого третьим этапом дорога от Сергеевского поворота до Базарянки из Дурнавского района. А вот в Белгород-Днестровском районе ремонт дорог уже идет. Во время встречи сотрудники детского дома активно задавали те вопросы, которые их беспокоят. И с нетерпением ждали ответа, ведь парламентарий неоднократно доказывал, что если берется за решение какой-то проблемы, то беспокоиться об этом вопросе уже больше не стоит. Ведь в самом ближайшем будущем он будет решен. Спасибо за помощь. Я жительница дома 16. Победы. Оказали нам помощь, лифт отремонтировали, лифт в кратчайший срок. Жизнь нашей громады по всей Бессарабии уже сегодня меняется к лучшему. Это прямой результат активной и, самое главное, эффективной деятельности наших властей.